Аудитория российских телеканалов постепенно сокращается, а количество интернет-пользователей, наоборот, растет. Сегодня уже для четверти россиян интернет является основным источником информации. Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко называет несколько причин тому, что телезрители уходят в интернет. Причин несколько. Во-первых, подрастает молодое поколение, которое, как мы знаем, потребляет контент, он ему более понятен, тот, который размещен в сети интернет. А вторая тенденция заключается в том, что интернет идет в регионы. Это последняя точка роста, которая у нас с вами остается. Кроме того, преимущество интернета открывает для себя все больше людей среднего возраста. Так, за 2010 год доля интернет-пользователей 35-44 лет выросла на 12%. Эти люди также начинают понимать, что они могут делать в интернете, начинают интернет использовать и, соответственно, находят отклик и находят информацию, которую там искали. Естественно, они тоже начинают верить в интернет, и они понимают, что, условно, пропустив на телеканале некую передачу, всегда, почти всегда можно найти ее в интернете. По словам главы Роспечати Михаила Сеславинского, прогнозируется все более глубокое проникновение интернета в жизнь россиян, особенно молодых. Через 2 года всемирной сетью будут активно пользоваться 97% населения в возрасте от 25 до 34 лет. В основном люди ищут информацию и общаются в социальных сетях. В интернете, ну, можно узнать что-то новое, что-то именно то, что тебе нужно. Телевизор тоже, конечно, относится к средствам массовой информации, да? То есть там тоже можно узнать много полезной, интересной информации, но не вся информация та, что тебе нужна. Росту количества интернет-пользователей способствует активное развитие мобильного интернета и мобильных устройств. Сегодня уже треть выходит в сеть со смартфонов, коммуникаторов, планшетов. Однако, по мнению экспертов, растущая популярность интернета не означает, что в будущем никто не будет смотреть телевизор. На сегодняшний день 70% населения России по-прежнему предпочитает телевизор другим источником информации. NTD, Москва, Россия.